С 19 по 24 апреля в городе Борисоглебск в Воронежской области проходило первенство Центрального федерального округа России по боксу. В соревнованиях приняли участие почти 200 спортсменов в возрасте 13-14 лет из 17 регионов России. Честь Смоленщины защищали 13 человек, четверо из которых из Десногорского клуба «Ринг». Десногорцы выступали в непростых конкурентных условиях. Двое выбыли во время предварительных поединков. Ведущий боксер клуба «Ринг» Егор Лаухин в полуфинале не смог противостоять опытному спортсмену из Белгородской области. В результате занял почетное третье место. За третье место награждается Егор Лаухин, Смоленская область. По мнению тренера Николая Незамаева, техника и боевой дух его подопечных находятся на достойном уровне, а результаты могли бы быть лучше при более объективном судействе. Пока у нас не будет своих судей на таких соревнованиях, нам будет очень трудно побеждать. 29 апреля в стенах родного клуба спортсмены были награждены призами. Награды получили Денис Березовский, Михаил Раков и Егор Лаухин. Руководство клуба благодарит Смоленскую АЭС и первичную профсоюзную организацию станции за помощь в организации поездки.